Zdarmuse Studio представляет. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова проект «Мысли о важном». И сегодня мы хотим с вами поговорить о любви. Любовь – это активный принцип. Она постоянно думает и заботится о благополучии окружающих, и тем самым удерживает нас от необдуманных поступков. Любовь не ищет своего. Она не побуждает людей стремиться к легкой жизни или угождать себе. На фоне истинной любви все зло и меркнет, потому что эта любовь готова отдать все ради тебя, как когда-то Бог отдал своего любимого сына ради нашего спасения. Любовь Христа – это золотая цепь, которая связывает нас с безграничным Богом. Любовь – это то средство, с помощью которого Бог очищает грех из нашего сердца. Любовь Христа бессмертна, ее невозможно ни с чем сравнить, она безгранична. Любовь Христа глубока и искренна, она подобна потоку живой воды, которая течет ко всем, кто готов ее принять. В этой жизни мы что-то можем приобрести, а что-то потерять. Но единственное, что мы можем отдать и при этом его не лишиться, это любовь. Поэтому дарите любовь вашим ближним. Мы должны быть более благодарными, потому что любовь сопровождает нас на каждом шагу. Посмотрите на благоухающие цветы, прекрасные пейзажи, дружбу, родных, близких. Все это свидетельствует о великой любви Божьей к нам. Друзья, любите друг друга!